Так, поехали. Поехали! Здорово всем, меня Вань зовут, я с Питера, родился в Краснодарском крае, город Тихорецк. Подъезжаем к Тихорецку, температура опять 37. Краснодарский край. Место, завораживающее своей красотой. Хочу сказать, пацаны, кто катается на великах, носите защиту, шлема, черепахи, налокотники, наколенники и будете целы. Разрыв передней крестообразной связки, артроз коленных суставов, грыжа поясничного отдела позвоночника, перелом грудины со смещением, ушиб внутренних органов. Все. Почему это важно? Потому что ты не знаешь, что может произойти, даже если ты просто катаешься по городу. По безопасной езде на велосипеде для курьеров. Связано это с тем, что в Москве резко выросло число аварий с их участием. И аварий стало почти на 40% больше. Вот, к примеру, третье транспортное кольцо. Велосипедист пытается протиснуться между двумя машинами. И напоминание службам курьерской доставки, одним из самых ярких и серьезных нарушений, на наш взгляд, является отсутствие фонарей или фар в темное время суток на велосипедах курьеров служб доставки. Для курьеров самоката, например, наличие шлема при движении на велосипеде – это обязательное условие, невыполнение которого может служить основанием даже для увольнения. Автомобили останавливаются на запрещающий сигнал светофора. В левом ряду со включенным спецсигналом движется карета скорой помощи. Перед пешеходным переходом, как и положено, подает звуковой сигнал. Ты можешь упасть, или как на моего друга выбежал ребенок, вот человек с травмой. Поэтому в больших городах вообще обязательно нужен шлем. Лист успел сделать всего 3 шага. Быстрый доставщик еды появился словно из ниоткуда. Страшный удар, и Вишневецкий летит на асфальт. Курьер, как ни в чем не бывало, собирается ехать дальше. Полностью поддерживаю, согласен на 100%. А ведь сейчас 75% ДТП с велосипедами – это курьеры. Да и в целом статистика неутешительна по сравнению с прошлым годом. И погибших, и пострадавших значительно больше. Со словами, Вань. Вань молодец. Хоть он и является самым наиболее подверженным, и сейчас сидит расслабленный, без шлема. Вот! Шлем-то... Даже вот сидишь, да? Под крышей. Тут небольшой, все равно нужен. Да. А, Вань под крышей, поэтому... Все тут продумано. Так, что-нибудь еще? Привет маме. Вань, спасибо тебе большое. Подпишитесь. Вань, тебе удачи. И тебе. Я рад с тобой знакомству. Дзынь. Игорян. Человек едет с безумной скоростью, не представляя себе никаких правил, да, сшибает меня, после этого начинает хамить, ну, вместо обычного извинения, да, там, например. It's my...